друзья, наконец-то сбылась, можно сказать, моя мечта. Вчера куда только не звали. Звали на Шнурова, на Ленинград, на Петроль. Но, друзья мои, я выстрелила. Я никуда не пошла, и поэтому я как королева. Как фильмы «Однажды в Америке», одна в зале. Вот покажите зал, чтобы все видели, чтобы с вами здесь вдвоем. Потрясающе молодой, красивой. Тренером Ириной, друзья. А вы, кто был вчера на группе Ленинград, на группе Мумитроль, спите, сладко набираете килограмм. Вот эти вот жирки, которые у некоторых я вчера собственноручно перепроверила, вот здесь в области, особенно талии, такие у мужчин, в частности, тоже накапливаются сочные лишние килограммы. Сейчас вот самое правильное время, когда эти килограммы укрепляются в вас. А я потренируюсь. Всем хорошего дня. The gorgeous rivers, the romantic bridges, the beautiful weather, and most of all, the lovely people who have given us such a warm welcome. And I'll tell you, just in our few days here, have made us feel like we have far more in common than we do apart. And so the world leaders need to figure out the differences, but I think the people feel fine. Some opening remarks, and then we'll get into some questions, and hopefully mix it up a little bit. And with that, I'll turn it over to our host, Russian Party President Vladimir Putin. Двусторонний размен кувалдами в Ростове. Еще один нокдаун на задней точке. Еще один нокдаун. И теперь потерпи, Дима, потерпи. Минута больше даже у Дмитрия Кудряшова. На ногах. Все ждут победы от Дмитрия Кудряшова и реванша за поражение от Белодола. Еще раз. Все хорошо, все правильно. Белодола уже не так отвечает, хотя вот переходит в контрнаступление. Известный футболист Дмитрий Булыкин и популярный телекомментатор Георгий Черданцев. Давайте им поаплодируем, они будут вас тоже поздравлять. Здравствуйте, ребята. Привет. Сфотографироваться с вами, дать автограф и раздать маленькие подарки. Стараемся в больнице детей порадовать, чтобы они быстрее выздоровели. И та атмосфера, которая царит в больнице, чтобы она была более веселой. Слышал когда-нибудь Георгий Черданцев? Матч футбольный смотрел, он гарантировал, нет? Ну, я смотрел по матчу футбол, но его не видел. Футболисты давали автографы, и комментаторы тоже, и они подарки раздавали. Еще футболист был такой, да? Когда-нибудь смотрел матч с его участием? Ну, не самый известный футболист, видимо, да? Да. Сифо, вот тебе Кавказский хребет, солнце, орлы, птички тебе поют. Хабе, страна чудес тебя ждет, вот твой орел тоже ждет. Приезжай, все тебя ждут здесь. До него у меня не было никого, ты с ним залетела по глупости. Потом, когда его принесли, я даже смотреть на него не могла. Мама, открой! Алёша пропал! Алёша пропал. Что, вы придумали что-то, да? Как же так вышло, что ты пел мне про любовь, а в итоге только боль и разочарование?